Все самое главное происходит в нашем детстве. Что-то запоминается совершенно неожиданное. Из моих встреч с моей мамой в детстве я запоминаю всегда утро. Мама меня будила фразой, которая приписывается слуге французского аристократа Максимилиана Анри де Сен-Симона. В 18 веке, по преданию, слуга его будил фразой «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Но ведь я серьезно воспринимал это как повод для свершений. Вы знаете, я сейчас нахожусь в совершенно потрясающем месте. Это Добраториум, центр детского творчества. Здесь занимаются особенные дети. Так получилось, что их душевные силы, их способности очень опережают их физические возможности. Но их же тоже ждут великие дела. И здесь им дают возможность начать их совершать. Каждый день здесь, в Добраториуме, они пишут что-то новое в своей книге великих дел. Пожелаем им в этом удачи. How can you leave me standing alone in a world that is so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father. This is what it's like.